Нужно сделать анализ крови, но я уверен, что вы беременны. Поздравляю. Это прекрасная новость. Мы планировали уехать, и что теперь делать? Поедем как семья. Поздравляю. Спасибо. Я думаю, что будет мальчик. Мы решили переехать в Австралию. Вы не заберете у меня внука. Нам нужно что-то новое. Ты не можешь бросить это место! Ты вырвался? Да. Мы едем в Австралию. Едем в Австралию. В чем дело? Джейн! Мне жаль. Кто-нибудь на помощь! Мы сделали все возможное. Похороны будут завтра. Я поеду домой. Отдыхай, так велел доктор. Как ты себя чувствуешь? Подташнивает? У меня было так же с Беном. Мне нужны мои вещи. Я вчера посылала Томаса. У тебя в шкафу будет все необходимое. Как ребенок? Голова кружится. Я принесу воды. Может, сходишь к другому врачу? Не волнуйся, все под контролем. Что ты делаешь? Зачем ты здесь? Ты нездорова, но даже не осознаешь этого. Почему я не могу покинуть дом? Твое расстройство. У меня нет расстройства. Дайте мне ключ. Нет. Мне понадобится помощь. Дайте мне ключ! Нет! Нет! Вы больны. Ты не понимаешь! Это ты больна! Смерть слишком часто посещает эту семью. Родовое проклятие.